Замена дорожного полотна на этом участке очень радует не только жителей данного микрорайона, но и всех горожан. Сейчас смотрим, делается ремонт. Проспект Мира, конечно, молодцы, выполняют работу добросовестно. Начали делать ливневки, чтобы вода не стояла. Ну и, конечно, благоустраивает город. Дай бог, потому что все-таки дорога была не в запущенном состоянии, но в хорошем состоянии. Были маленькие ухабы, и я считаю, все-таки это зависит от безопасности движения. Работы на участках ведутся очень ответственно. Новое покрытие кладут по всем стандартам в несколько слоев и только в сухую погоду. Но многие нижнекамцы задаются вопросом, а чем оно лучше? Как же долго оно прослужит и не смоет ли его первым дождем? Это асфальт будет чима, то есть чимично-мастичный асфальт. Он будет более устойчивый, долговечный, я так думаю. Он чиновки здесь крупные и мастики побольше. Как утверждает Авкиль Ахмедшин, срок эксплуатации дорожного полотна зависит от интенсивности движения. А оно по проспекту Мира плотное, так как это одна из главных дорог города. Правда, как уверяет чиновник, асфальт должен прослужить не один год. Все равно гарантия 5 лет, покажет себя. Как говорят специалисты, 5 лет – это немало. Обещают, что ремонт на проспекте Мира завершится в ближайшую среду. Сразу после дорожники планируют привести в порядок проезжую часть на улицах Юности, Корабельная, а также Бызова. Ведь именно там, по мнению горожан, самые разбитые дороги. Никита Бобров, Артем Рябов, телеканал «Нефтехим».